9 и 10 декабря в Чебоксарах пройдет открытый Кубок России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашии. Праздник спорта обещает быть ярким и захватывающим. Спортсмены уже начали подготовку к предстоящим стартам в Чебоксарах. Вся жизнь – борьба, вольная борьба. Эти девушки связали судьбу именно с этим видом спорта и не пожалели. У каждой за плечами успешные выступления на всероссийских, а у кого-то на международных соревнованиях. Именно им выпала честь представлять Чувашию на открытом Кубке России. Я отвечаю за комплектацию состава, который будет бороться на Кубке России. У нас будет бороться 8 человек, 8 спортсменок. Из них у нас 4 спортсменки именитые и 4 молодые. Для молодых этот, наверное, будет такой старт впервые на международном уровне. Мы, тренера, на них надеемся. Все может быть. Это же ковер. Говорят, что на ковре все непредсказуемо. Именитые – это Наталья Гольц и юниорки Надежда Федорова, Вероника Чумякова, Мария Кузнецова. Я готовлюсь усердно и надеюсь, я покажу хороший результат, порадую своих тренеров. Все может быть. Может произойти травма во время тренировок. Я надеюсь, что борьба покажет и все пройдет удачно. Этот сезон выдался намного лучше, так как в прошлом году на чемпионате Европы до 23 лет я проиграла. А в этом году я заняла 3-е место. Место проведения соревнований станет Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Финальные схватки открытого Кубка России пройдут 10 декабря в 17 часов в формате спортивно-концертного шоу. На соревнованиях планируется участие около 120 сильнейших спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. И также на сегодняшний день свое участие подтвердили команды из 4 зарубежных стран: Соединенные Штаты Америки, Монголия, Казахстан, Белоруссия. Соревнования проводятся как лично-командные. Будут разыграны 8 комплектов медалей. В перерывах между решающими поединками будут выступать звезды чувашской эстрады, а кульминацией станет концерт известного певца Сосо Павлиашвили. По словам организаторов, в ближайшее время билеты поступят в кассы, и их цена будет варьироваться от 200 до 300 рублей. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.